В поселке Еруда, где вахтовики массово заболели коронавирусом, начали работать войска химической и биологической защиты. Бойцы дезинфицируют здания специальным раствором. Они обрабатывают входы в помещения, коридоры и лестничные пролеты. Делают это и вручную, и с помощью спецтехники. Сейчас в крае все силы брошены на то, чтобы ликвидировать вспышку инфекции. Как это сделать, обсудили на оперативном штабе, который в Северо-Енисейском районе провел глава региона Александр Ус. По поручению президента и по просьбе губернатора к работе подключились военные. Общими усилиями в поселке уже развернули мобильный госпиталь, где есть все, чтобы лечить пациентов с COVID-19. Занимаемся настройкой аппаратуры, а именно рентген-аппаратов, аппаратов УЗИ и аппараты искусственной вентиляции легких для реанимации. На сегодняшний день мы готовы принимать больных коронавирусной инфекцией и оказывать медицинскую помощь больным легкой и средней степени тяжести.